Заходи. Он же ж не успокоится. Ты же знаешь, он будет плакать, проситься, да? Скажи, я же тоже хочу участвовать в вашем мероприятии. Вкусно-то как пахнет. Привет, друзья, с вами Ух ты кухня. Я сегодня решила приготовить для себя любимой блюдо из детства. Здесь у меня вот такие вот жареные кусочки сала с луком. А в этой кастрюльке, опа, гороховое пюре. Я его обожаю с детства. Еще в садике такое давали, помните? Нет, еды больше не будет, уже спать нужно ложиться. Да, мы просто сделаем кое-что на завтра. Чашку гороха, высыпаю миску и хорошо промываю. Не надо ничего просить, никто ничего не даст. Заливаю холодной водой и оставляю до утра прямо на столе. На утро, когда горох хорошо набух, вот такой вот у меня зеленый, сливаю воду, немножко еще промываю и перекладываю в кастрюльку. Кастрюльку на огонь. У меня здесь уже горячая вода, можно и холодной, я просто, чтобы было быстрее. Заливаю так, чтобы хорошо-хорошо покрыла горох. Примерно пальчика на два. Чайная ложечка соли. Перемешиваю. Прикрою крышкой, чтобы было быстрее. И довожу до кипения. В это время слежу, потому что горох может убежать. Опа! Когда горох закипел, я собираю пенку. Делаю нагрев чуть ниже. А вот так, чтобы только-только булькало. Немножко прикрою крышечкой и варим до готовности. Я этот горох, друзья, варю впервые. Не знаю, сколько он будет вариться. Поэтому, если что, применю пару своих хитростей. Ой, ну, уже вижу, что все прекрасно. Прошло примерно 40 минут. Пусть продолжает вариться, а я в это время сковородку на огонь. Сделаю вкусную поджарку к каше. Для этого понадобится немножко жира. Или смальца, или растительного масла, неважно, что любите. Сковородку. Вот так вот будет достаточно, пусть тает. А я возьму небольшой кусочек грудинки, подчеревка или даже мясо можно. И нарежу. Она вот такие вот кусочки. Я думаю, вот этого будет достаточно. Как только сковорода нагрелась, выкладываю сало. И начинаю обжаривать до красивой румяной корочки. А пока возьму крупную луковицу и нарежу на полукольца. Сейчас будет вкусно. Просто нужно. Да. Продолжаем, пусть жарится. Перемешиваю. Все. Я думаю, уже видно, что это не только красиво, а что это и вкусно. На этом этапе добавляю лук. Немножко присаливаю. Перемешиваю и обжариваю все вместе. До мягкости и румяности лука. Слежу за кашей. О, водичка уже немножко выпарилась. Горох разварился прям в пюре. Вкусно будет. А что если не разваливается, что ты делаешь тогда? Можно добавить щепотку соды, она хорошо расщепляет. И горох тогда просто растворится. А можно, друзья, взять блендер и все это дело измельчить. Вот таких два варианта. Муж научил, кстати. Есть видео «Гороховый суп за 10 минут». Стараюсь почаще перемешивать, чтобы все равномерно приготовилось. Пахнет так вкусно, аж слюнки текут. Тра-та-та. Было приятно, да? Да. Было приятно, когда зашла в магазин, и женщина выходит и говорит: «Ух ты, кухня!» Я говорю: «Да, она красота! Тра-та-та!» Ну, было очень приятно. Благодарю вас, друзья, за поддержку, за добрые слова, за пожелания, за понимание благодарю вас, за ваше благословение. Да будет так. Миру мир, и нам всем счастья, здоровья крепкого и уважения к себе, ко всем. Это есть основа. Позитивного настроя! Да! Когда лук поджарился, подрумянился, стал прямо таким, посмотрите, карамельным. Прям золотым. Угу. Добавлю еще один штрих от художника, друзья. Конечно же, черный молотый перчик. По вкусу. Снова перемешаю. И все, отключаю нагрев и даю
ему дойти. Ну и каша наша. Сережка, покажи, какая у нас каша получилась. Посмотрите, какая густая. Все разварилось в пюре. Все прекрасно. Также выключаю нагрев и даю всему немножко настояться. Буквально 10-15 минуточек. Это еще раз перемешаю, потому что температура еще держится. Гости есть хотят, друзья. Нужно срочно их покормить. Нарезаю хлеб. Сегодня сделала очень вкусную намазку. Обязательно поделюсь с вами рецептом. Это просто ням-ням-ням. 10 минут времени, и все готово. Сын сказал, шедевр. Да, всем понравилось. И маме понравилось, всем. Быстренько вот так вот делаем все это красиво. Может, не очень красиво, зато вкусно. Я прям... побольше, побольше. Я накладываю. Я женщина щедрая. Я люблю, чтобы по-богатому. Друзья, все уже настоялось, и мы можем смело насыпать или накладывать. Кашка. Она загустела и со временем станет еще гуще. Цвет такой интересный. Яркий, красивый. Конечно же, горох может быть и желтеньким, и зелененьким. Сорта-то разные. Беру вкусняшечку и сверху. Так, не сильно много. Вот так будет в самый раз. И лучок сверху. Все, друзья, все настолько просто и вкусно по-домашнему. Ну а мама с сыном для начала захотели суп. Вчера приготовили легкий вкусный суп. Я его назвала зеленое ухо. По вкусу очень напоминает уху, только зеленую. Здесь у меня кабачки, брокколи, сладкий перец, куриная грудка. Вкусно получилось. Красота. Так, давай сюда. Ты смотри, какое у нас сегодня все зелененькое. Натюрморт. Угу. Конечно же, друзья, попробую, чтобы передать вам все эмоции, которые я испытываю от этого блюда. Это очень вкусно, Сережка. Так люблю эту кашку. Я помню, мне было лет 10, и папа часто готовил это гороховое пюре. С мясом, со шкварками, как что было. Так любили с братом ее. Кстати, братик увидит видео, сразу вспомнит об этом. Благодарю тебя, Господи, за воспоминания хорошие. Если вспоминать прошлое, то только хорошие моменты. Ой, все. Друзья, благодарю вас за внимание, потому что я хочу все это съесть. Приятного тебе аппетита! Еще соленый огурчик мне нравится. Мама, сына, к столу! Да. Но я уже начала. Там вообще класс. Ага. Едем за нашим новым питомцем. Угадай, який! Ось як його розмачить! Ви зразу підняли? Так, Юля! Ой, скільки їх! Спокійно!